утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Умывайся, Шишкин лес. Интересно, да? Ура, всем привет! Привет, Коксик! А вы не видели моего шарфика? Нет, не видели. Вот незадача. Куда же я его засунул? То есть, куда же я его положил? А что ты такой нарядный? У тебя сегодня праздник? Да, то есть нет. Ну, праздник не у меня, но я приглашен. Куда приглашен? Сегодня день рождения у Лосенка. Вот я в гости к нему и иду. Ух ты! А я и не знала. Мне сороки открытку передали с приглашением. Да, смотрите, вот тут нарисован мой портрет и показано, как дойти до домика Лосенка. Похож! Ага. Коксик, Коксик, а часы для чего нарисованы? Часы? Угу. А, так это, наверное, для того, чтобы я знал, к которому часу надо приходить. Здорово! Без слов, а все понятно. Ага. Приятно, наверное, получить такое приглашение. О, конечно, приятно. Со своим-то портретом, а? Я прям сразу почувствовал, как Лосенок меня ждет, как он хочет меня видеть на своем празднике. Ну и сразу стал собираться. Коксик, а ты что же, собираешься пойти один? В каком смысле? Без нас. Ага. А, это? Ну, приглашение-то только мне передали. Смотрите, тут никто больше не нарисован, только я. И что? Ну, как что? Получается, Лосенок только меня ждет. А насчет вас, ну, не знаю. Вот вы приглашение получали? Ну, стало быть, вас он не ждет. Где же мой шарфик-то, а? Но ведь Лосенок тоже с нами дружит. Да, и мы всегда вместе к нему в гости ходим. Да, вдвоем. И играем всегда сообща. Да, и что? Ну как что? Почему же ты один собрался к нему на день рождения, а нам даже ничего не сказал? Так вас же это, вас же дома не было. Ну теперь-то мы пришли. А, теперь-то уже поздно, я один собрался. К тому же у вас подарка нет. Вы же не успеете подарок приготовить? Да, правда, подарка-то у нас нет. Да, если бы мы хоть на часок раньше узнали. Но если бы ты нас предупредил. Да. Если бы. Куда же этот шарф-то подевался? Эх, ладно, пойду без него. От вас привет-то передать? Ой. Ну, не хотите, как хотите. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Юль, здравствуй! Ой, Коксик, какой ты нарядный! А я к Лосенку иду на день рождения! Да, как здорово! И вы тоже? А мы не идем! Нас Коксик с собой не берет! А при чем тут я? При чем тут я? Вот если вас пригласили... О, вот же он! Мой шарфик. Так. Ух ты! А это что? Рисунки какие-то. Ну-ка посмотрим. Так это же зубок. И Шуня. Это же приглашение нам с зубком. О! Значит, мы тоже приглашены к Лосенку на день рождения. Ура! Я так рада! Я так рада! Ну вот здрасте. Это что? Мне теперь ждать, что ли, когда вы соберетесь? Ну, жди. Ты хотел идти один, вот и иди. Мы тоже с зубком одни пойдем без тебя. Как ты? Это же не по-товарищески. Шунечка, собираемся? Да, зубочек, давай по-быстрому. Ну, ведь это же я! Я приглашение-то нашел. Да, Шуня, зубок, это же Коксик ваше приглашение ну нашел. Ну и что? Он их случайно нашел. Да,
Не увидел бы свой шарф, так бы и ушел без нас. Как, Коксик, ушел бы? Не знаю. Может, и ушел бы. Ну, сейчас-то я уже не хочу один идти. Ну, как же я без вас пойду, Шунь, Зубок, а вы как без меня? Ну, возьмите меня с собой. Ой, Коксик, а разве ты еще здесь? Да, а мы думали, ты уже у лосенка. Да как у лосенка? Я же еще не уходил. Вот видишь, Коксик, как бывает. Поступил один раз не по-товарищески с друзьями, и они изменили к тебе свое отношение. Ну, я же... Юль, я же не знал, что мы все приглашены. Но мы же твои друзья. Если у общего друга день рождения, то надо всем вместе идти. Правда, Юль? Правда, правда, Зубочек. Но мне кажется, что Коксик уже осознал свою ошибку. Осознал. Простите меня. Я так за себя обрадовался, когда это приглашение получил, что о других не подумал. Что пропало? Что пропало? Подарок! Ой, пропал подарок какой? Да нет, я же говорю, все пропало, потому что у нас подарка нет, а уже пора идти. Ну да, дорогие мои, подарок вы уже сделать не успеете. Ой, и как же нам быть? А давайте так, мой подарок, это будет наш общий подарок. Фу, а у тебя есть подарок? Конечно. Так, смотрите. Это кораблик из скорлупки ореха. Его можно по ручейкам в плавание запускать. Вот его мы подарим лосенку от нас троих. Коксик, какой ты молодец! Коксик, да ты настоящий друг! И подарок отличный сделал. Молодец, Коксик. Вот теперь все хорошо получается. Вы все вместе идете на день рождения к лосенку и все вместе дарите такой чудесный подарок. Да. Пойдем скорее, а то опоздаем. Точно, пойдем. Пойдем скорее. Подождите. Сначала надо с ребятами попрощаться. Точно. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам доброго, друзья. Ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам новый день.